есть и будет. Вся жизнь его на жадном вздохе, в течение лет, в сплетенье судеб, он сам вселенная, эпоха. Мир черно-белого сюжета он воплощал в цветной и разный. Его полет, как вспышка света, всего лишь миг, но миг прекрасный. Самый большой сюрприз и самая большая радость – это то, что в этом году впервые за 12-летнюю историю на нашем фестивале присутствуют очень почетные, очень важные гости из Франции. Это кинорежиссер, продюсер Жером Берже и Патрик Каменко, также известный журналист, внук создателя киностудии «Альбатрос», на которой работал Иван Мазжухин. Вы увидите фильм завтра или послезавтра. «Альбатрос» – это история кино, студию, которую дедушка мой создал во Франции, под Парижем, и где, конечно, ваш знаменитый герой региона, большая звезда Иван Мазжухин работал с ним и был оттуда, из Франции, осветил мир и кино.